Участники встречи – это представители ветеранских организаций Брестской области и Ленинградской, в очередной раз обменялись опытом, определили новые направления для совместной деятельности. А поскольку визит был приурочен ко Дню памяти и скорби, вопросы по данной теме звучали и на данной встрече. Сегодня собрались представители ветеранских организаций Ленинградской области, города Сертолово. Поговорить, поверьте, есть о чем. Почему? Потому что с городом Сертолово и у молодежных организаций города Бреста, и у ветеранских организаций города Бреста, нашего Бреста, очень тесные деловые связи. Сегодня у ветеранских организаций есть общие цели и задачи, которые в первую очередь связаны с вопросами социальной поддержки ветеранов, приобщения их к активной общественной деятельности. Все это делается для того, чтобы наиболее активные пожилые люди были полезны обществу. Также много внимания уделяется и патриотическому воспитанию молодежи, что сегодня очень важно. Мы планируем сегодня на встрече обменяться опытом работы, найти еще дополнительные точки соприкосновения, подписать соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с тем, чтобы наиболее активная часть пожилых людей действительно была полезна нашему обществу, была полезна нашим городам, нашему любимому Бресту и городу Санкт-Петербургу. Сегодня мы подписываем соглашение с Советом ветеранов Бреста. Для какой цели? Целей, конечно, их много, но я считаю, что одна цель – это для того, чтобы вот ветераны, наши ветераны, это, я считаю, это не только мое мнение, это наш золотой фонд всей нашей необъятной страны, огромный. И чтобы они имели возможность общаться между собой, чтобы они имели возможность посетить те места, вот как Брест, как Минск. И здесь, наверное, в Беларуси столько мест, что не переехать и не только за неделю, а еще больше. Столько же мест и на нашей ленинградской земле, которая, на которой война была все 5 лет. И блокада, те страшные события. Поэтому мы и подписываем соглашение, чтобы ветераны Беларуси, Бреста смогли приехать к нам в рамках нашего соглашения, и чтобы они увидели те места, героические места, которые есть на нашей земле. Кульминацией встречи белорусской и российской стороны стало подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве. В свою очередь, гость из России отметил значимость этого события, поблагодарил белорусов за гостеприимство и пригласил в гости с ответным визитом делегацию Брестской области.